Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Васи с ником Мдух. Находится он в гильдии Энза Стрела. Не знаю, что означает гильдия. Напишите в комментах, кто знает. Босс 21.00, БГ, участвуем. Первые и вторые места, кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим на аккаунт. У нас 55 тысяч самоцветов накопленных. Аккаунт бездонатный. Смотрим, что у него тут. Говорил, у него есть куча ништяков каких-то. Посмотрим, что за ништяки пооткрываем. Так, окей. Смотрим, что тут у нас есть интересное на бездонатном аккаунте. Кого нам вообще надо выбить на этого коллекционера? Так, ну все как всегда. Ну это радует. По-любому вытащим недостающего героя. Я в этом даже не сомневаюсь. Так, окей, смотрим его алтарь бездонный. Так, да, с талантами тут, конечно, наверное, недавно где-то начал играть. Короче, есть что выбивать, есть что качать. Талантов нет. Ну, в общем, вот так вот. Окей, поехали. Будем испытывать удачу на сегодняшнем коллекционере. Так, Купидон. У капитан Рогатка сразу же к нам приходит. Поздравляю его, хороший герой для бездоната. Коснешь ему ремочку на девятку и будет тебе счастье. Шучу, конечно же. Хороший герой, поздравляю, недостающий. Поехали дальше. Посмотрим, что там у нас будет. Сегодня веселое. Студеный. Ворожей. Ну, просто уже все. Можно закрывать роллинг и уходить. Выбили мы, короче, Лысого. У него, по-моему, ворожея тоже не было, да. Выбили ему одну из имбогероев. Так, окей, поехали дальше. Тык-тык-тык. Асурик, ну вообще, вообще песня, ребят. Посмотрите, что делается на этом аккаунте бездонатном. Душегуб, фараон, Триант два раза даже нам упал. Вот так вот. Суккуб. Рыцарь. Просто засыпали. Паладин. Варлок. Ну, кто там следующий у нас? Симпа героев. Так, музычка даже закончилась у нас. Ара. Ну, давайте до следующей имбы. Ну, я же говорил, до следующей имбы нам падает Бигфутик. Все. Поминки закончились. Можно дальше включать музычку. Так, смотрим. 6.15. Интересно. Поехали посмотрим, что мы уже хотя бы вытащили. Так, смотрим. Бигфут есть. Ара есть. Отлично. Ворожей есть. Асура. Рогатка. Ну, уже 5 героев как минимум мы вытащили. Поехали дальше испытывать судьбу. Только мы сначала побежим сюда. В общем, такой вот, ребят, роллинг уже удался. 5 недостающих героев мы уже вытащили. И причем вытащили неплохих героев. Нужных. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, кто-то там так разошелся. Это была бабуля, она не пустила нас к себе. Фига себе там воюют два этих духа. Офигеть. Хорошо, поехали дальше. Все просто песня. Махатма, Гаргул, Седна, Ниндзя, ну... Это просто хочется плакать. От такого роллинга, наверное. И донатом, и без донатом. Посмотрите, что делается. Ну... Что там нам? Бугимен нужен еще? Бугимен, Фрея нужна. Ах,
Ара, бульдозер. Ну, я не знаю, Ара, мы тут ведьма. Все просто налегке, ребят. Ну, я не знаю. Просто кто-то где-то плачет в подушку от выбитых героев. Так, поехали дальше. Кто там у нас следующий? Лазулю нам надо еще сюда вытащить. Сейчас мы ему пропишем Лазулю. Афина. Я не помню, Афина у него, по-моему, есть. Купидон. Дракос. Так, ну что там, рандомчик, пора просыпаться уже. Леди Лео. Друид. Все, сломали, короче, мы админ панельку. Что у нас по слизням делается вообще? 10-15. Так, заберем эти награды пока. Так, ну поехали. Не хватает? Ну ладно. Будем ролить тогда, если не хватает войск. Ну, еще один ворожей падает нам на повторку. Ну, что вы на это скажете, ребят? Да, это, короче, это именно тот роллинг, когда хочется ролить еще, еще и еще. Просто, блин, ну, я не знаю. Таких роллингов в 2019 году еще не было. Я даже не знаю. Не знаю, что тут сказать. Тут no comments просто. Это явно пока самый крутой роллинг 2019 года. Так, ну что, нам нужен Лазуля? Афина. Нам нужен Лазуля. Рандомчик. Еще Махатма падает, офигеть. Ну, я не знаю, там слизни собрали, не собрали. 13-15 пролетает. Это все фигня. Это все полная фигня. По сравнению с тем, что мы получили за 56к. Офигеть. Поехали открывать. Поехали открывать этих героев. Так. Давайте так, ворожей. Раз. Рогатка 2. Махатма. Сразу же повторки. 3. Асура 4. Бигфут 5. Анубис 6. Рея 7. Смотрим, что там у него еще интересное. Что у него еще такое интересное есть? Призрачный 8 будет у нас. Кенди Ара 9-10. 6, конечно. 10 героев уже есть недостающих. 4 ары. Офигеть. Индия. Да уж, ребят, посмотреть на то, что было и то, что выбили, это, конечно, небо и земля. Так, смотрим. 10 героев недостающих. Смотрим еще. Может, еще кого-то пропустили. Такс. Бугимена точно нет. Сердцеедка. Сейчас еще посмотрим. Сердцеедка, Одер. Ну, сердцеедки, по-моему, тоже нет. Да, все, поехали дальше. В общем, вот такой вот, ребятушки, роллинг у нас получился. Ну, я считаю, просто
Отличнейший, вот так вот хотел я сказать, отличный просто роллинг. Ну, поехали еще отсюда, достанем сейчас какую-то имбу, наверное. Чик, Фрэнки. Ну, Фрэнки у него, по-моему, есть. Да, Фрэнки есть. Так, окей, хорошо. В общем, с этим мы разобрались. Блин, ну, дофига у нас обалденных героев. Так, это можно... Пока я, наверное, не буду даже открывать. Давайте откроем коробки сначала. Замедло. Ну, блин, фигня, по сути. Нафиг не нужная. Ну, поставим его на укрота пока. Это получше, чем то, что у него стоит. На архидемона. Так, стойкость. Стойкость. Ну, даже не знаю. Стойкость, наверное, поставим. Давайте вообще посмотрим, с какими они талантами выпали все. Ну, без оружей. Так, ну, стойкость Сурику поставим. Это будет самый оптимальный вариант для без доната. Не топ вариант. Так, ожог. Ожог. Ронин. Ронин, прием. Есть у него Ронин? Я уже кучу героев сегодня пересмотрел, уже все не вижу. Я его не наблюдаю. Ну, пока оставим его ожог на смене. В общем, ребят, так вот. Просто топ. Поехали, откроем еще его плюшки, которые он просил открыть. Ну, 5 слизней, нифига себе. Сейчас мы еще эмблемку заберем. 10 книг топовых, ну просто эпически. Так, ну я не буду открывать эти сумочки. Самое интересное уже вот это. Что же тут нам... Ну, что я могу тебе сказать? Ну, ты должен, короче, ты попал. Восьмое исцеление для его тыквы — это будет, наверное, самый большой подарок. С этих всех, ну, конечно, герои само собой, но восьмая исцелялка здесь — это просто топчик. Только просвет осталось докачать. В общем, так вот, ребят, такой вот коллекционер, такие вот плюшечки. Пишите комменты, подписывайтесь, прожимайте лайки. Это действительно был самый топовый видосик со всего, что сегодня было. Все, всем удачи, всем пока.